Мы приехали в Перекресток маленечко продуктов купить каких-то. Давайте сейчас по ценам пробежимся. Инжир. А, это за 100 грамм, думаю, что какие-то цены смешные. Виноградик тут и там. Виноград. Персики, слива. Авокадо тоже. Вон хас есть. Ягоды. Ягоды у меня так и стоят в холодильнике. Юли пали. Радует только то, что они в таком отделении, где они не портятся. Но все равно их надо использовать. Такие миленькие цветочки. Помидоры. Быстренько бегу. Смотрите, какие цены. На рынке, конечно, дешевле. Хотя вот огурцы здесь по 79, но они неприглядные. Перец по 89. На рынке почем? По 70 Виталик покупал? Или по 60? 199, 69. Арбузы по 14 рублей. Еще черный принц по 65. И еще желтый по 30. За килограмм, естественно. Капуста, лук, картошка. 1 килограмм 19,90, вообще дешево, но она, по-моему, маленечко не то, с ней что-то. 39,90. Молодой мытый картофель, красивый. Капуста, морковь. Свекла 14,90, на рынке я по 50 покупала. Лук красный, лук белый. О, чеснок по 169 надо взять. По 250 я брала. Дыни по 49. Я не люблю. Форель живая. 900 рублей за килограмм. Круто. И вон пузатая. Может, у нее икра есть, Виталь? Пузатая? Угу. Ну да, прям пузатенькая. Возьмем? Ну, давай. И живая. Это же вообще круто. Она еще живая. Так она, глянь, недорогая. Ну. Фреш-фиш. Ой, мама дорогая. Красотка наша. Здесь по рыбке, смотрите, охлажденная 600 рублей. Но мы все-таки живую хотим, потому что это прямо свежак-свежак. Здесь всегда так красиво и никакого запаха нет. Обычно в магазины заходишь и сразу вонь от рыбного отдела. Здесь никогда запаха нет. Это в Домодедово перекресток. Полтора килограмма. Чудесно. Здесь тоже. Вот здесь мойва. Может, а ты не хотел бы мойву, Виталь? Это великолепная. Где она тут? Вижу. Вон. А почем она, не вижу? Мойва тушка. 59,90 за 100 грамм. Вон она, красотка. Эти копчености, например. Голяшка 59,90 за 100 грамм. 1 килограмм 804 рубля. Это я вам к чему? Когда мы сами коптим, по какой цене выходит свое копчение и по какой цене покупать в магазине. Конечно, выгодно самим и вкуснее намного самим. Мясо цены. Индейка, свинина. Масло цены. Есть подешевле, есть подороже. Для выпечки можно брать самое простое. Маргарин, ну, конечно, кто-то маргарином. Я беру масло, которое недорогое для выпечки, если печь пироги и все. Молочишко взяли и сметанки. А, ну и мойву, конечно, взяли. И мясо. Сумка по акции сейчас. Вот это 79 рублей. Взяла сразу про запас, потому что буду торты печь, и мне она нужна. Выгодная цена. Виталик набирает конфеты. Там, где-то вон. Я уже 10 шоколадок сюда. Великой шикарный торт от Палыча. Но это... Медовик. Я просто охреневаю. И цена, да, праздник вкуса. 659 рублей, девочки. Готовьте по моему рецепту. Да, готовьте по моему рецепту. У вас будет вкусный, классный медовик. Но нет, я просто, знаете, издалека увидела вот это развернутые... А, вот это вот. Вот это просто звезда полная. Нет? Это дизайн. Дизайн.
А цены, офигеть. Да. Палочки. В ушах поковыряться тоже не дешевое удовольствие, Виталь. Ты посмотри, 200 штук, 99 рублей. И, ой, Виталь. И взяла такие 140 рублей, 150 штук. Виталика, арбуз и пакет. И у меня пакет. И сразу я вспомнила святую женщину Зою Афанасьевну, когда она на 6 тысяч в месяц прожила. И ведь мы ничего не взяли. И вот, ну вот, вот список. Вот два пакета и арбуз. 6200. И богу, Зое Афанасьевне нужно проводить мастер-класс или курсы какие-то. Как прожить на 6 тысяч двоим людям за месяц. Я не знаю. Мне вот я первая куплю этот курс, ей-богу, за эти же 6 тысяч. Представляете, вот. Вот это в руках у нас 6 тысяч. И причем ничего такого прям мы не взяли. Чуть-чуть рыбы, чуть-чуть мяса. Мы не брали алкоголь, мы не брали ни сигареты, вообще ничего. Масло, молоко, шоколадки, все. Мы даже не брали овощи никакие. Ну, рыба, ладно. Рыба, мясо по кусочку. В общем, мы закупились, едем домой. 6 косарей. И то, это у меня скидка еще почти на сколько? 1163 рубля, а так было бы 7300. Представляете?